Утро доброе. Утро доброе. Мы уже идем с завтрака с Костюшей. Идем на пляж. Да, Костя? Привет. Привет. Тут уже разминка идет в бассейне. Ребята. Птичка коричневая. Да. Заехали ребята с школы плавания. И вот у них там уже, видите, идет утренняя тренировка, разминка. Они все в одинаковых шапочках. Очень много приехало групп детей. Ой, какая красота. Ой, а море сегодня, Костя, посмотри, вообще спокойно. Ребята, сегодня 31 градус днем. И мы уже на завтраке сидели никакущие, жарко. Сидели на улице, было очень жарко. Такая дымка, Костя. Папа наш с утра пошел на море. В отличие от нас. Когда позавтракаете, придете, я тоже пойду на завтрак. Мы пока чухались, там сейчас уже завтрак закончится. Ну, только еще начало 9, завтрак до 10. Ой, неужели? Неужели флаг? Желтый. Желтый. Боже мой. Флаг желтый. Ну, сейчас узнаем. Узнай. Отсюда не видно. Ну, такая дымка, море вообще спокойное, полный штиль. И дымка такая вообще. Как красный. Ты отсюда видишь? Не, ну вон. А что, никто не купается? А почему? Он, по-моему, зеленый. Опасность. А какая опасность? Какая может быть опасность, если полный штиль? Не, ну вон плавают все. Не, все нормально. Это отсюда не видно цвет флага. Все нормально. Сейчас тоже поплывем с тобой. А, да, зеленый флаг. Зеленый. Да. Не, а что он зеленый? Да, непонятно. Зеленый. Вон папа вывесил желтый флаг и сигналит нам, а, что он там. Ну вот, поливают. Так надо. Смотри под ноги, Костя. Немножко неудобные ступеньки. Ребят, хотела показать вот тут вот. Нет. От пирса справа очень хороший заход. Можно без кораллов ходить. Идемте посмотрим рыбок. Тут прямо рыбок целая стая разноцветных. Ну встань сюда уже, давай, на рейс это сниму. Вот здесь вот какая-то стайка темных. Тут просто можно идти спокойно, даже без всяких кораллов. Сегодня нет волны, вообще замечательно. Сейчас, о, поплыла. Вот, смотрите, какая на мелкоте, так сказать, рыба водится. А ты знаешь, сколько вообще? Сегодня прям класс. Да, сегодня класс. Вот прям я стою, ребята, мне тут по колено, можно сказать, вот рыбки вокруг меня. Я хочу окунуться, потому что я вся сухая, припекает солнышко. Тебе плыву. Вот она прям возле меня, красотка. Прям возле меня. Сегодня такая про. Давай, иди ко мне. Прям возле ног моих. Красавица. И не одна. Три сразу. Одна, вторая. Красота. Вот еще тут рыба. Вот, они здесь пасутся. Дима, вот большая. Ой, красавица. Вот, смотри, какая красивая. Вон, вперед смотри. Красота. Прям возле понтона. Вот была волна, не было этой красоты видно. Дима. Все вон фоткают сверху. Ой, а я пройдусь, посмотрю. Так, где там мой Константин? Ага, он там в желтой кепочке сидит. Ну вот один и тот же вид здесь. Это крупная. Она вообще не боится людей. А если останавливаешься, они прям тебя со всех сторон окружают. Класс. Так что кто боится там плавать возле кораллов, кто стесняется и не умеет, то можно здесь даже на пляже посмотреть рыбок. Вот полосатики тут плавают. Вот полосатенькая. Полосатик уплыл.
Но сегодня прям вообще желающих понырять. Сейчас жду, пока Сережа с завтрака придет, мы по очереди завтракаем. Единственное, ребята, напрягает вот это вот свежаками напрягает. Очень много людей, очень. Прямо вот эти два дня, прямо такой массовый заезд. Не хватает лежаков. В столовке вчера вечером просто была такая туса. Куча просто людей. И прямо подходили, спрашивали, вы уже покушали, вы уже покушали, вы уже покушали. Потому что не хватало мест посадочных. Удивительно. Хотя те, кто здесь уже пятый, шестой день, говорит, такого не было. Вот красотки плавают здесь рядом со мной. Так, давайте, давайте, подплывайте. Подплывайте, подплывайте ко мне. Юрки такие. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Прям рядом с детьми, ребят. Ребята, ну 31 градус. Ну, сегодня ночью было жарковато спать. Ну, мы кондиционер не включали, просто открыли окно. Я включила фумигатор, потому что мне показалось, что комар прожужжал. Это, ребята, рыба. Меня только что за палец схватила. Но она, видно, думает, что это камень и пытается сделать мне... Нет, она как прищипнула мне чуть-чуть. Я ее сразу так раз ногой, она... Она ж, понимаешь, она с камней собирает вот эти все наросты, поэтому вот-вот-вот-вот. Так-так-так. Не-не-не-не-не-не-не. Ноги мои не трогай. Пилинг она мне решила сделать. Пилинг. Смотри-смотри-смотри, охотится на мою ногу. Не-не-не, дорогуша. Не-не-не-не-не-не-не. Она думает, что я этот самый. Так-так, гляди, какая агрессивная. Какая агрессивная. Кш. Так, все. Одна какая-то попалась. Канахма. Все. Что-то я ее не устраиваю. Девочки, мальчики. Ей, наверное, не нравится цвет моего купальника. Какая ты агрессивная. Ты посмотри на нее. Вот одна. Остальные вообще на меня никак. А это прям ко мне пристала. Чего ты пристала ко мне? Красотка. Так, так, все. Она на меня атакует меня. Твою мать, все, я ухожу. Стайку рыб нашли. И самое красивое это с синим хвостом. Тебе нравится это с синим хвостом? Да, смотри. Ну да, прикольная. О, что они разлетелись. Вон чья-то грабелька плавает. Кто-то потерял грабельку. Рыба играет в догонялки. Ага. Так, ну что, пошли мы с тобой. Так, с этой стороны. Вот здесь больше их, Костя. Мы только что там внизу с тобой были. Вот эти вот они. Так она только что, да, она только что меня за моим пальцем гонялась. Какая-то агрессивная. Не позавтракала, наверное. Это же электрический хвост. Да какой там, это же не скат. Папа говорил. Да? Да. Видишь, у нее такой хвост сзади. Папа, ну раз папа говорил. Какой хвост. Короче, ребята, утро чудесное. Так, где мой Сережа? Я хочу уже понырять. Ребята, полный штиль и много-много желающих понырять. Кто огромный? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, какая красивая, действительно. Действительно красивая. Уплыла. Вот мы ее нашли, вот она, вот она. Какая она красивая. Обалденная, ребята. Посмотрите на эту красоту. Вот это жирнющее. Класс. Посмотри, какая красивая, да? Да. А большая? Угу. Посмотри, посмотри на нее. Очень красивая. А, на кораллы зашла девушка. Ругается. Говорит, это опасно, от кораллов отплыть надо. Уж, конечно, можно пораниться. Надо подальше. Она плывет, не видит, что коралл. Правильно, они ругаются, чтобы коралл можно очень сильно пораниться. Надо слушаться. Что там? Ну вот рыбки тут какие-то плавают. Они тут везде плавают, их много. Девчонки плывут, они не видят, они без масок. И прям заплыли на зону кораллов.